самый многообещающий послушник покинул нас не из-за малого безрассудства страстей, а из-за большего безрассудства гнева. Сердце было омрачено, баланс его потерян, но способности остались непревзойденными. Именно тогда мы поняли, что должны наблюдать за ним особенно внимательно. Летописи хранителей. Сегодня вечером я иду на простенькое дельце. Влезть в охраняемый особняк, украсть у очередного толстосума ценную безделушку и тихо смыться. Лорд Баффорд уехал из города, и капитан его охраны, по слухам, отправился вместе с ним в качестве телохранителя. Самое время для небольшого ограбления. Передние ворота поместья лорда Баффорда всегда охраняются, а главная улица слишком хорошо просматривается. Но Кати сказал мне, что есть путь получше, в обход, в стороне от оживленных улиц. Один стражник и наверняка никаких свидетелей, которые могли бы усложнить дело. Штуковина, которую хочет Кати, это скипетр, серебро, камушки, обычная мишура. Он должен неплохо стоить. Баффорд, как и большинство ему подобных типов, скорее всего, держит свои сокровища наверху, поближе к сердцу и подальше от прислуги. Нет смысла ждать. У меня есть старые наброски этого места, сделанные Кати. И все внутри, кто собирался спать, уже улеглись. Пора начинать. Всем хай, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и это легендарный War Dark Project, золотое издание. Итак, мы с вами прошли в прошлой серии небольшую тренировку, вот, а сейчас мы переходим к нашему первому делу. Миссия называется «Поместье лорда Баффорда». Сложность, эксперт у нас и куча-куча заданий. Так, проникните в поместье лорда Баффорда и разведай, где там что. Колодец в будке на заднем дворе отлично подойдет, если ты сумеешь добыть ключ у стражника, оглушив его дубинкой или незаметно стащив ключ. Найди украшенный камнями драгоценный скипетр лорда Баффорда и одолжи его. Одолжи в скобочках. Постарайся не наделать при этом слишком много шума. Пока будешь в поместье, прихвати помимо скипетра ценности еще на 700 монет. Никого не убивай во время работы. Ни слуг, ни стражников, ни домашних животных, ни единого живого существа. Как только все другие твои задания будут выполнены, выходи из поместья и возвращайся на улицу города. Окей. Куча всего заданий, ну, в принципе, как бы здесь написано много, но задания, в принципе, понятны все. Окей, давай приступим, давай посмотрим. Так, в смысле, начальное снаряжение у нас покупаем, покупать еще предметы. Окей. Так, меч, понятно. Нанести противнику меч, может также блокировать его. Вы говорили то, что эксперт отличается, ну, сложность эксперта отличается от остальных тем, что здесь нельзя убивать людей. Вот. Так что, я думаю, меч нам, в принципе, не понадобится. Вот. У нас есть дубинка, дубинка, которую вы тоже мне писали, то, что ей можно оглушать, лучше всего со спины. Вот, либо сбоку, ну сбоку 50 на 50, лучше всего со спины. Окей. Исцеляющее зелье у нас исцеляет твои раны, окей, это возможно пригодится. Оставим, наверное, одну, покупать не будем больше. Водяная стрела не наносит никакого урона, зато гасит факелы и другие горящие предметы, а также смывает пятна крови. Окей, водяная стрела нам понадобится, я думаю. Нам же нужно все-таки держаться в тени, как бы так, если логически подумать, поразмыслить. Вот, поэтому я думаю, наверное, можно... Так, а как купить? А, вот. Окей, покупаем, короче, все водяные стрелы. И есть обычная еще стрела. Простая остроконечная стрела. Она, как бы, это тоже орудие убийства, в принципе, оно нам тоже не понадобится. Почему нельзя продать? Окей. Так, исцеляющие зелье, я не знаю. Я думаю, одного хватит. Ладно. Инструктаж, это понятно, наверное, да? Только что мы смотрели. Ладно, погнали.
Итак, мы на улице города. В принципе, вы не писали в комментах насчет освещения, значит, все нормально. Хочешь со мной? А, что там может быть интересного? Да ну, это же здорово. Они там такие все в шипах и дерутся, дай боже. Последний раз, когда я там был, один другому как врезал. Не-не, меня от этого тошнит. Когда я был ребенком... Ага, да как ты вообще попал на эту работу? Ой-ой-ой, я маленький мальчик, я боюсь крови. Заткнись, придурок, крови хочешь? Тебе надо было родиться 100 лет назад. Я тебе сейчас все расскажу. У этих медведей нет никакого оружия, нет лап, только ошейники. Они же не люди, в конце концов. Нет оружия. А что они делают? Бьют друг другу морду? Ха! Нет! У них есть когти размером с твой палец и ужасные зубы! Да ну! Ты издеваешься! Они же совсем безобидные! Их же так легко убить! Вот поэтому я туда и не хожу! Ого! Да ты охотник, однако! Хотел бы я на это посмотреть! Окей, они все побеседовали. Озвучка просто божественна. Я офигею, какие-то медвежьи бои у них. Короче, Нагарет сказал, что сюда не пройти, потому что много охраны. Вот. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь по улицам города есть. Что мы имеем? Так, я, кстати, в настройках посмотрел. У меня есть, короче, вот такое движение, как бы... Немножко вперед. На Ctrl, короче, нажимаешь, и немножко вперед он так нагибается. Я думаю, пригодится. Вот. Так, окей. Это что за агрегат? Странная машина какая-то. В смысле? Смотри, фонарь, а что это за шарик такой? Интересно. Окей. Ладно. Потом разберемся. Так. Ага. Я понял. Наверное, можно пройти по канализации, скорее всего. Ходов канализации. Какие-то генераторы, да, стоят? Наверное, это питает, короче, вот эти фонари. Эти штуки, они питают фонари. Так. Я здесь был? А, я круга. Я, короче, круг сделал, да, получается? Окей, я понял. Я круг сделал. Так. Ну, в принципе... Погоди, Катя у нас сказала, есть карта. Бляха, пипец. Ну и карта. Поместье Баффер — это первый этаж, один охранник, колодец, вход в подвал. Типа можно через подвал, да, пройти? Тайник со стрелами, забери их по пути. Хорошо охраняется, не пытайся пройти через главный вход. Это понятно. Так, берегись внутренней охраны. Помещено вот здесь, короче... Типа один охранник и колодец. Нужно где-то найти этого охранника. Так. Тут решетка вообще. Я не с той стороны, наверное, пошел. Прохождение будет медленное, неспешное, поэтому... Кому зайдет, тому зайдет. Вот. Судя по всему, я так понимаю, здесь сильно большого экшена нет, потому не будет, потому что мне убивать никого нельзя. Серым, получается, отмечено там, где я сейчас нахожусь. Я сейчас сделаю, наверное, опять круг. А, нет, смотри, там кто-то есть. Охрана... Охрана меня сейчас трогает? Не трогает? Нет? Как дела? Нормально. Как дела? Нормально.
Следует попытаться пройти незамеченным. Как дела? Нормально, нормально, нереально. У нас все нормально, нормально, нереально. Так, вот этот охранник. Кстати, писали мне про охранника пьяного, короче, Дрибадана, его можно типа не оглушать. Ну, я думаю, я сделаю... Так, да, я сделал круг. Так, а здесь что? А здесь пусто. Смотри, какое небо. Прикольное, да? Так, тут закрыт... Опа. У охранника ключ, я могу украсть? Больше ничего не можешь. А ему насрать. Ему насрать, короче. Ладно, его трогать не буду, пускай. Так, и чё здесь? Мне в колодец надо нырять? Окей, объект комплекта какой-то. Так, ну мы в подвале, да? Да. Теперь мы в подвале. Понятно, там не пройти. Мне, наверное, прямо надо. Я не думаю, что сейчас в самом начале будут какие-то заковыристые места. Мне писали, короче, что здесь загадок целая куча вообще просто в игре. Море вообще всяких... секретов. Не загадок, а секретов. Так, погоди. Куда мне? Столько ходов. Сюда, туда. Ну-ка, дай-ка я сейчас сюда сплаваю. Не зря же этот проход. Может, здесь какой-нибудь секрет? Ёпти пауки. А там, смотри, сундук. А пауков я могу убивать? Я думаю... давайте проверим. Я думаю, что... Чё, не попал? А в смысле? Чё такое косой-то? Ну, вроде не провалилось задание. Ай-яй-яй, бегут, бегут, бегут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фига они такие быстрые, эти паучки-то. Бляха. В воду-то они... Плавать-то они не умеют, наверное, да? Ну-ка, я сейчас вот так сделаю. Смотри, смотри, бежит, бежит. Ай-яй-яй. Человек куснет, он, наверное, меня отравить может. Все, отлично. Я тут видел стрелу. Отлично. Те стрелы, которыми я не попал, они... Если уж я здесь, надо взять что-нибудь для себя. Отлично, колечко какое-то взял. Да, это, короче, секретик какой-то. Отлично. Первый наш секрет, окей. Первый наш секрет. Так. Надо, наверное, воздуха схватить. Так. Ладно, там не пройти. Окей, ну в принципе мы, наверное, вот это вот вход, наверное, в помещение, наконец-то, да? Наконец-то внутри. Наконец-то внутри. Так, главное не шуметь, наверное, я думаю. А вот эти ящики, они что, разбиваются, нет? Нет, ну, походу не разбиваются. Но они подсвечиваются, смотри, я могу их... А, это, наверное, отвлекать внимание, скорее всего. Нет, все хорошо, но лучше бы мы сторожили внешнюю стену.
Это глупо. Босс ведь беспокоится о том, что внутри, когда воры заберутся внутрь и... Да нет, тогда их ловят от того, как они проберутся вовнутрь. Придурок. А, тогда понятно. Так, ладно. Окей, а где моя дубинка? Здесь уже дубинка нам пригодится, я думаю. Так, вот эти факелы можно тушить, я так понимаю. Окей, я вижу дядьку. И второй дядька. Так, ну-ка дай-ка этого. Здесь темно, в принципе. Опа, смотри. Опа-опа, что-то интересное. Так, здесь ковер, короче, ладно, здесь нормально. Тихо, спокойно. Это что? Нет, на. Ничего нет. Ладно, хорошо. А, ну это я сейчас, наверное... Опа, вода. Это я сейчас, наверное... Да. Так, я думаю, надо как-то, не знаю, по... Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего, окей. Так, это нам не потушить. Давай-ка испробуем нашу дубинку. Неплохо, неплохо. Так, тело надо прятать, наверное, да? Бляха, здесь светло. Вот сюда. Хорошо, у него ничего нет, да? Я обыскать я его не могу. Окей, минус один охранник, это хорошо. А, я оттуда пришел. Вон туда хочу. Так, а второй стоит, смотри, там. Окей, здесь. Там большая, здесь ничего нет. Лопата. Лопата нам не нужна. Здесь что, ничего нет. Кружки, бутылки. Это все. Это все для отвлечения. Внимание. Окей. Написали то, что здесь надо каждый уголок осматривать. Каждый уголок. Ой, ёпта, стоит. Так, идешь сюда. Сейчас куда-нибудь тебя пихнем. Вот тень вроде. Ну что, не кидаешь? Окей. Отлично, минус второй охранник. Пока все гладенько, хорошечно. Бомба-вспышка. Интересно. Так, у меня же ничего не провалено, да? Проникли в поместье, окей. Проникнули в поместье. Так, укради украшение, украшенный камень, камнями скипетр, привлекай к себе... привлекай к себе... Короче, меньше внимания. Пока будешь в поместье, наберись на 700... Ага, никого не убивай, возвращайся на улицу города. Окей, понятно. Никого не убивай, а я убил уже... Так, это наверх. В смысле? А я это... Не нашел еще место. Погоди, яблоко? Прикольно. Яблочко съем. Так, я еще здесь не нашел вход. Погоди. Сюда. Как сюда попасть? Есть еще какие-нибудь двери тут? Так, ну отсюда я вот пришел, да? Получается, отсюда, да, я пришел. Здесь больше некуда идти. Здесь какие-нибудь двери есть еще? Или это, наверное, через
само поместье через этажи как-то проходить, наверное, надо. Здесь вода. Ну да, здесь. Ладно, окей. Идем наверх. Бляха, звуки такие вообще просто атмосферно, реально атмосферно. Так, погоди, там ящик. Раз. Это что, ваза? Надо мне вазу. Так, всего 105 монет, а нам надо 700. Окей. Так, а где я нахожусь? Окей, я уже на первом этаже, получается. Кто-то спит? Так, погоди. Тут охранник ходит? Ну-ка, где ты? Я сейчас знаешь, что сделаю? Сделаю себе комнатку, куда я буду складывать народ. Этого я сейчас тоже оглушу, пока спит. Или нельзя? Не трогай меня. Не трогай меня. Да уйди ты, заткнись. Спи дальше. Окей. Тихо, тихо, тихо. Охренеть народу. А? Пожалуйста, кто-нибудь, схватите его. Но это не охрана. Это прислуга получается, да? Так, ну таскать, бляха, таскать туда-сюда я не хочу. Я здесь тоже сейчас потушу свет. Все отлично, у них нет ничего, да? Пускай спят. Отсюда я пришел, да? Хорошо. Это все ведет в одну сторону. Так. А я хочу посмотреть. Так, отсюда я пришел. А, но все равно мне сюда. Опа, дверька. Бляха, ходов, ух ты, это чё? Это кухня! Тихо. Так, иди сюда. Записуля какая-то. Вот здесь тень. Я бросим. Не, как-то подсвечивается все равно, да? Он все равно видит. Надо куда-то его, короче, убрать. А, ладно, я вот сейчас как раз у этих, у... комнат. Я сейчас комнату брошу. Так, не сюда. Вот сюда. Составь ему компанию, короче. Так. Идем здесь. Я буду, короче, оставлять открытыми двери в те места, где я уже был, чтобы не запутаться. Так. Седрик, а пожалуйста, поговори с поваром насчет вчерашнего ужина. Хотя формально меню было составлено по моим указаниям. Я подозреваю, что барашек был старше этой весны. Меня не одурачит привычка повара подогревать салат для маскировки его несвежести. Если повар не может подобрать правильные ингредиенты, мы найдем ему замену. А если попробует оправдаться дороговизной на каменном рынке, то будь добр. Напомни ему, что на продовольственные расходы нынче выделяется в половину больше, чем в прошлом году. И за такие деньги даже он должен быть в состоянии найти нормальные продукты. Лорд Баффорд. Окей. Недовольство
лорда Баффарда к этому повару. Так, жрачку я сейчас заберу, все. Пока пожевать. Так, здесь еще ничего нет. Ничего. О, отлично. Кусок мяса. Хорошо. Так, возьми сыр. Эти бутылки чё? Ага. Окей. Так. Ага, я вышел. Понятно. Я кругаля дал, короче. Погоди, но я еще не ходил. Вот здесь дверь. А здесь что у нас? Ты что, ничего не берется? Бутылки, бутылки. Смотри, здесь дверь какая-то. Тихо, тихо, тихо. Ладно, пока туда не суемся, окей. Тихо, тихо. Он сюда придет? Я думал, это какой-то склад. Здесь будет что-то интересное. Здесь ничего такого нет. Окей, друзья. Ладно, видос у меня подходит к концу, поэтому... Давайте на этом вот закончим, здесь вот на кухне. И в следующей серии уже будем смотреть, куда что идти. Я хочу найти ту комнату, которая в подвале, там, с книжкой и с сундуком, вот. Я думаю, где-то спуск есть. Поэтому... Так, а сюда я что, заходил, нет? Здесь столовая. Окей. Вот так вот двери оставим открыты. Здесь мы везде были. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.